у вас находиться, чем всех, которых мы были до этого. Ну, потолки здесь шикарные. Так, вот, смотри, выход нарисован. Вот, пришли, телепорт. Телепорт. Охуеть. Ну, здесь помойка. Почти все ее нашли. Да. Морлоки. Все, отлично. Вот. Отлично, Иван. Ты еще на земле. Вот отсюда. И как тут? Группа окаянная. Ну, проще обойдем, наверное. Да, почему-то. Ну, отсюда хочу. Доказать, что ты был с лицом, это показать фотку. Подожди. Что ты полез-то? Так не видно будет. Давай. А, ну ладно, тогда давай. Просто рядом встань. Еще разок. Подожди. Во, видно, сейчас. Охрененно. Подожди. Блин, сейчас я скажу. Позволяется. Во. Ага. Еще раз. Лиз. Еще раз, давай вот так. Секунду, подожди. Сейчас, секунду, секунду. Раз, два, три. Держи тогда. Все, это основной тут быстро прицепить. Доказать, что ты здесь был. Да, это все море. Че, это подпей, да? Вчера он, да. Уже не нету. Он, ну, смотри, что он сгнилось. Он наростами покрылся. Он пропитывается вот этой всей хренью. Ух ты. Тряпка какая-то висит. Иди сюда. Сейчас я тут смотрю. Уа. Скелетик. Ух ты, там смотри, крестик. Где? Вон там крестик. Там за кого? 13. О, они смотри, как делали. Карточки выкладывали. Карточки могут с это. Кто-то пойдет, дети могут играть. Ну да. Че? Че ты хотел? Комар и Володя. О, комар тут. Ой, комаров много. А? Комаров много. Корпус 200. Странник 99. А так прийти написать, я здесь был. В 79-м, да? Помойка. Вот тут кто-то. Город Победа. 99-й год. Здесь тут ничего. Да, тут. Отсыпать так засыпят. Вон там прикольный такой залаз. Ты здесь пил? Ты здесь пил? Пил, более осторожный. А, пил. О, это типа измерения, что ли, повесили? Это? Расходится система или нет? Ну, елочка, вот тут еще гротики. Да, ну сюда. Здесь, наверное, бухают, да?
Ой-ой-ой-ой-ой. Ох, ох, гуськом. Ох, гуськом тяжело. О, какие камушки падают иногда. Тоже бухач. А, керосинка. Пахнет керосином. Тут, короче, просто приходил, бухал и не доел. Не допил. Ну и тут, да, вот, грязноват. Мусора много. Тоже камушек такой солидный. Если это не курятки, то пострелочки. Не, веревки-то вот они все три идут. Они периодически. Нет, какие ленты ты имеешь в виду? А веревки периодически отходят. Но вот самое последнее, мы по ней так все время идем. Практически не отходит. Давно поменяли веревку. Да, лазать неудобно. А, они вот просто в обход шли, вот эти веревки. Нет, там видно. Кстати, где камера. Так, смотри, куда? Что, здесь просто? Я не знаю, куда. Вот все. Вот стрелки. Куда нам, туда? Туда. Или сюда? Вот стрелки все. Куда? Здесь просто зал такой, здесь коричневая стрелка. И просто какой-то маленький закуток. Ага, да, вон там, смотри. Там палки стоят. Там есть такой. Веревка вон пошла, видишь? А. Есть тут такой один длинный штрек. Идешь. Он почти уже. Ну, видно, что земля уже. Возле выхода. А. Вот это вот свежее, видишь, она белая совсем. А остальные все истоптаны. Вот тут. Воду собираем. Узнаю. Стена. Стена, да, монтажник. Скрепляли. Вон стрелка. Дверь. Короче, тут можно облазить вообще. На самом деле, да, намного дольше. Намного больше. Чем мы ходим. Я так понял, вот туда вот она идет. Вот она. О, стрелка. Стрелка. А мы выйдем в тот же выход, только с другой стороны. А ты через другие выходил? Ага. Ну где-то тут же рядом, да? Ну как, вон. А, мы вот туда ушли. Ну вот смотри, да. Вот бутылка, да? Видишь? Да. Вот мы по той веревке пошли. Видишь, цепляная. Ну все. Тут нужно около входа, здесь заметка. Пошли сюда. Блять, лезть. А, это вот соседний вход, который, да? Типа, якобы. Или не сможешь? Блин, я рюкзак сейчас сниму, тебе подам. Спасибо.
Ну быстро, смотри. Ой-ой-ой-ой. Не, Илюх, я туда не полезу. Я весь измажусь просто, тебе будет потом некомфорт. Мы можем посмотреть какой-нибудь третий выход. А, вот который там третий выход. Третий в бетонке, да? Что, пойдем в ту-то систему, посмотрим? Ну, где там эти стояли, палки. Сколько времени сейчас? Уже 6:30. А, ну все, пошли мы. Вот тут еще, смотри, какая хрень. Дофига. А, ну это может быть просто перелаз. Да. О, мышка сидит, смотри. Хоп. Да. Пошли тогда, сейчас еще минут 30 идти до машины. Конечно. Пока мы прогреем, пока мы до мастерии приедем, уже темно будет. Сколько мы где-то час здесь были? Целых. Да. Абсолютно. Вот отсюда у нас чуть-чуть главное ключи. Рюкзак здесь. О, смотри, тут стенка выложена, я даже не обратил внимания. Это раньше было. Это... Не они делают. А вот это уже они делают. Здесь. И второй же тут гвозди могут быть. Дверь такая серьезная, с противосъемниками. Ну, я не знаю. Ну, типа, чтобы никто не лазил. Представляешь, вот где-нибудь там в другой момент. Ну, наверняка есть входы, правильно? Возможно. Блядь, ну, человек. Вот там. Я там пришел, и потом вот двери. Нет, ну, наверняка бы ждали бы там как-то, не просто же так. Вот, вот отсюда ты хотел, да, выбраться? Слушай, солнышко выглянуло, здесь тепло, пипец. По сравнению с тем, что там. А здесь есть, интересно, наверх как-то забраться? Ты не обходил? После того, как это все сделали. Потом. Видишь? Ага. Потому что все сделали, потом все. Да. Потом смотри, третий выход. Наверх не залезал в здание? Ну ладно. Так, красивый свет. Вот такой был у нас беглый осмотр системы сельцо старицы. Да, могла бы здесь быть гостиница элитная. Да, тут все. Вон какие-то куски стены, смотри. Куски стены бетонированные. Остатки. Вот такой вот бункер. Как будто какой-то такой военный. Всем пока.